Добрый день. Очень волнительно для меня, потому что в прошлом году, как вы знаете, школа стала носить имя моего отца. И поэтому вот сегодня ровный год, как эта прекрасная школа, как большой красивый корабль идет под Андреевским флагом. Так здорово и так замечательно видеть сегодня прекрасные, счастливые ваши лица, отдохнувшие, как мне кажется. Хочу пожелать, конечно, терпения. Учеба – это не всегда легко и просто. Всегда, что бы мы ни делали, если мы хотим добиться каких-то результатов, особенно, конечно, старшеклассникам, об этом говорю. Ну и, конечно, начальной школе, потому что это первые шаги. Это все непросто. Сам отец троих детей и знаю, как это все бывает иногда. Хочу пожелать любви нашей всех родителей, учеников, прекрасным учителям. Потому что, как мы сегодня знаем, что учитель становится все более и более драгоценной специальностью. И это не просто специальность, это особая миссия, это склад души, темперамента, когда человек отдает себя вот этому прекрасному призванию, учительскому призванию. Мы в прошлом году решили то, что каждый год будем награждать наших почетных ветеранов медалью, которая тоже носит имя Валентина Ивановича Андреева, это медаль за просвещение. И хотелось бы вот две медали сегодня здесь вручить. Это медаль уважаемому строителю этой школы и педагогу, который проработал в этой школе почти всю жизнь. Кольцов Альберт Миронович. В этом году отметил 85-летний юбилей. Тот человек, благодаря кому вот это прекрасное здание школы сегодня мы созерцаем. На вашу грудь усеянную медалями. Хочется еще одну медаль и традиционно вам короткое. Дудкина Екатерина Михайловна. Я пользуюсь этим прекрасным моментом, чтобы отметить роль педагога. И все, кто учителя этой школы, я думаю, что прекрасно знают, что такой замечательный педагог был, посвятивший себя этой школе, посвятивший себя учителям, ученикам, вот этому прекрасному призванию. Поэтому вот этот торжественный момент для того, чтобы ей в дальнейшем передать эту медаль.